знаете, я предпочитаю на эту тему не особо распространяться. Я считаю, что это такие вещи, которые человек должен хранить при себе. Вера в Бога это не должна проявляться во внешних эффектах, она должна быть человеком в сердце человека. Но что касается креста, то я раньше его никогда не носил. Мне его дала когда-то моя мама, когда я поехал в Израиль. Я был там дважды, первый раз официально по приглашению Министерства иностранных дел, а второй раз мне просто понравилось, и я поехал на Сирию как турист. Мне мама дала его, чтобы я осветил крест, которому меня крестила, на гробе Господне. Я это сделал, с тех пор ношу его на себе. Значит, довольно любопытная история с ним связана, и с тех пор я уже с ним со всеми когда расстаюсь. У меня в загородном доме под Петербургом был пожар. Да, был пожар. И произошел из-за того, что что-то там было неладно в сауне. Но перед тем, как войти в сауну, я снял крест, повесил его в раздевалке. А потом мы уже с моим товарищем, с которым были вместе в сауне, выскочили уже практически голые, потому что казалось, что не нужно. Поскольку крест мне был дорог, мне мама дала, я после пожара, пожар был очень сильный, попросил найти хотя бы то, что от него осталось. А это был, знаете, такой простой, очень дешевый из алюминия крест. Вот. Мое удивление было беспредельным, когда рабочий пришел и покопался лопатой там, в том, что осталось от дома, разжал кулак и показал мне, и отдал мне крест. Дом сгорел полностью. Это было удивительно, и с тех пор я вообще с ним не